Казалось бы, что необычного может быть в гибридном кроссовере? Однако BMW умеет удивить, представляя модель XM. Во-первых, это первый гибрид в истории M-подразделения, но куда интереснее во-вторых. С литерой M у нас ассоциируются заряженные версии обычных BMW, однако у XM нет и не будет двойника в стандартной линейке бренда. Прежде такое случалось один единственный раз — 45 лет назад, когда спортивное подразделение занялось выпуском центрально-моторного суперкара M1. Словно подчеркивая свой особый статус, XM выглядит эпатажно даже на фоне прочих современных BMW и больше напоминает случайно выкатившийся на дороге концепт-кар. Диаметр базовых дисков 21 дюйм, но за доплату может быть и 22, и 23. Еще одна интересная деталь — расположенные друг над другом патрубки выхлопной системы и пара логотипов на стекле пятой двери. Перед водителем два огромных экрана. Диагональ цифровой приборной панели 12 дюймов, а дисплея мультимедийной системы почти 15. Задняя часть салона отличается большим запасом пространства и богатым оснащением. Например, сиденья подогреваются полностью, включая подголовники. Вот только самих сидений 5. И третьего ряда, несмотря на более чем 5-метровую длину машины, не предусмотрено. Возможно, чтобы не создавать внутренней конкуренции с BMW X7. Буква M в названии заставляет ожидать от машины чего-то очень особенного. Но как раз тут впечатления двоякие. С одной стороны, в пике силовая установка выдает больше 650 лошадиных сил. Почти 1500 из них выдает восьмерка S63 с двойным турбонаддувом. Еще пару сотен добавляет электродвигатель, встроенный в 8-ступенчатый автомат CTF вместо гидротрансформатора. Батарея полезной емкостью 25 кВт-часов позволяет проехать больше 80 км, вообще не запуская ДВС и разгоняясь до 140 км в час. И вроде перед нами самая мощная M-ка в истории, но разгон до сотни на полсекунды дольше, чем у собратьев по модельному ряду. А все потому, что XM вышел тяжелым, без четверти 3 тонны. Впрочем, баварцы обещают исправиться и выкатить к следующему лету версию Label Red, в которой будет на сотню лошадей больше, а максимальный крутящий момент перевалит отметку в 1000 ньютон-метров. Посмотрим, насколько эта прибавка сможет компенсировать проблемы с избыточным весом. Серийное производство XM-ов начнется в декабре в США, где делают прочие кроссоверы BMW. Стартовая цена для Америки — 159 тысяч долларов.